Всем привет, ребят, с вами Мегабзор.ком. Если вы следите за игровой периферией, если вы знаете, что такое механические клавиатуры, то наверняка в курсе существования переключателей Cherry MX. В апреле данная компания выпустила новый переключатель, это MX Speed, и по традиции, после анонса, эксклюзивные права на продажи клавиатур с этим переключателем получила компания Corsair. Она выпустила три клавиатуры, это Corsair K70 Rapid Fire, K70 RGB Rapid Fire и K65 RGB Rapid Fire. В России пока продажи не стартовали, я думаю, что они стартуют уже скоро. Времени у нас же со своей стороны появилась возможность первым протестировать клавиатуру Corsair Gaming K65 RGB Rapid Fire. Здесь мы остановимся на новых переключателях, посмотрим, чем они отличаются и есть ли смысл приобретать подобные клавиатуры, если вы обзавелись уже механикой или только планируете. Итак, предлагаю приступить. Поставляется клавиатура в компактной упаковке из плотного картона с описанием основных преимуществ. Акцент в оформлении сделан на новые переключатели и настраиваем подсветку. Комплектация включает съемную подставку под запястье, набор сменных колпачков, ключ для извлечения колпачков, инструкции, гарантийный талон. Corsair Gaming K65 RGB Rapid Fire дублирует дизайн модели K65 RGB. Визуальных отличий тут немного, выглядит клавиатура утонченно и гармонично. Здесь не стали злоупотреблять вычурными формами и яркими цветами. Изысканный дизайн, несомненно, найдет своих ценителей не только среди геймеров, но и энтузиастов. Лицевая сторона корпуса полностью покрыта цельным листом алюминия со специальным покрытием, придающим авиационной стали черный оттенок. Здесь не используется краска. Применение в ключевых элементах конструкции металла повышает надежность и долговечность. Этот тип материала легко обслуживается. Со временем не составит проблем удалить накопившуюся грязь. А отсутствие лакокрасочного покрытия гарантирует отсутствие сколов и затертостей. Под пластиной скрывается основа из черного пластика с матовым покрытием. Места сопряжения идеально подогнаны друг к другу. Применен качественный пластик. Плоскость Corsair Gaming K65 RGB Rapid Fire с перепадами по высоте. Основная часть с кнопками углублена. Снизу и сверху выступающие бортики. Габариты компактны не только за счет отсутствия цифрового блока, но и малой толщины рамок по краям. Основание переключателей в Corsair Gaming K65 RGB Rapid Fire выступает над поверхностью корпуса. Создается эффект подвешенных кнопок. Колпачки с матовым покрытием традиционной формы. И здесь важно отметить, что наверняка заметили, что у нас на тестах версия с немецкой раскладкой. Естественно, под российских пользователей будет проведена полная локализация. В нашем случае мы проведем замену на переключатели, рассчитанные под конструкцию Cherry. Они обратно совместимы. У своих родных кнопок символы нанесены методом лазерной гравировки. Контуры четкие, хорошо различимы. В комплекте также есть 10 сменных колпачков для цифрового блока от 1 до 6 и WAST-блока. Замена проводится быстро с помощью комплектного ключа. Шапки колпачков окрашены в другой цвет для визуальной ориентации в общий расклад. На борту Corsair Gaming K65 RGB Rapid Fire полный набор клавиш. Двухрядный Enter, один короткий и один длинный Shift. Пробел с текстурным рисунком, дополнительных макроклавиш нет. Кстати, после локализации левый Shift также останется укорочен. Над блоком клавиш на выступе размещены кнопки управления подсветкой, выключения звука, регулировки громкости и активации игрового режима. Для получения оптимального комфорта во время работы с клавиатурой в комплекте предусмотрена подставка под запястье. Выполнена она из пластика, рабочая зона покрыта прорезиненным материалом с мелким текстурным рисунком. Крепится к корпусу надежно, во время работы самопроизвольно не смещается и не снимается. Предусмотрено два рабочих положения, регулируются они при помощи откидных ножек. На нижней поверхности есть несколько резиновых лакнаг для устойчивого расположения. Corsair Gaming K65 RGB Rapid Fire отличается настраиваемой подсветкой. Она равномерна по всей площади. Также за счет того, что кнопки приподняты над основанием поверхности, создается эффект свечения вокруг кнопок. Доступно множество режимов подсветки со сменой цвета, мерцанием, миганием, включением и выключением отдельных кнопок. На боковой грани сквозной USB разъем. К нему можно подключить флеш-накопитель или периферию. Есть переключатель BIOS. Он меняет интервал 1, 2, 4 или 8 миллисекунд. 125, 250, 500 или 1000 Гц соответственно. Подключается с помощью массивного кабеля с тканевой защитной опленкой. На конце два отдельных коннектора. Для работы достаточно подключить только центральный. Второй необходим для сквозного подключения USB порта. Corsair Gaming K65 Rapid Fire поддерживает управление с помощью фирменной утилиты, объединяющей всю периферию этого производителя. Также здесь предлагается несколько демо-режимов по основной периферии, которую вы еще не приобрели или планируете приобрести. Тут можно изучить возможности без покупки. Хороший ход. В главном окне можно менять действие любой кнопки. Записываются макросы. Настраиваются эффекты свечение с детальной подстройкой. Сдаются общие параметры быстродействия. Установленные переключатели отличаются внешне серым наконечником, а также прозрачным корпусом. На практике заметно уменьшился ход. Если сравнивать с Cherry MX Red, а именно они использовались в качестве основы, здесь ход уменьшился на 40%. До точки срабатывания всего 1,2 мм, вместо 2 мм у красных переключателей Cherry. Срабатывают они действительно быстрее, чем Cherry MX Red. Символы команды передаются моментально. Особенно это заметно в динамичных играх, например, Overwatch и Titanfall.
Titanfall 2. Можно совершать длинную серию кликов за короткий интервал времени. К скорости отклика претензий нет, механизм работает четко. Понравился сменный набор колпачков. За счет ребристой текстуры они быстро определяются на ощупь. Найти нужный ряд или кнопку можно быстрее, чем со сдатным исполнением. Здесь свою очередь носит и, конечно же, подсветка, особенно для ночных посиделок. А вот с печатью текста не все так однозначно. При быстром наборе короткий ход может мешать. Одним из решений может стать установка специальных резиновых демпферов. Они же, кстати, уменьшают шум. За время теста переключатель BIOS нам не пригодился. Изначально мы установили частоту опроса на отметку 1000 Гц, в дальнейшем ее менять необходимости не было. Да и большинство пользователей не заметит разницу в частоте опроса. Поддерживается функция с корректным определением неограниченного числа одновременных нажатий клавиш. Комбинации распознаются без сбоев. Отдельное упоминание заслужит программирование. В ранних механических клавиатурах Corsair эта возможность была недоступна. Сейчас же предлагается функциональный инструментарий с детальной настройкой. Кто в итоге выберет, Cherry MX Red или Cherry MX Speed? Ответ будет зависеть от задач, которые ставятся перед клавиатурой, и основных сценариев их использования. Преимущество Corsair Gaming K65 RGB Rapid Fire оценят в первую очередь геймеры, предпочитающие динамические игры. В остальном же это хорошо загрянувший себя Gaming K65 RGB. Именно она стала основой для установки новых быстрых переключателей. Плюсом отнесем настраиваемую подсветку, алюминиевую панель со сменным покрытием, качественную сборку, наличие в комплекте подставки под запястье, сквозной USB, программное обеспечение, не понравится может укороченный левый shift и конструкция кнопки пробел. Она шумная. С удовольствием обсудим с вами K65 RGB Rapid Fire в комментариях. Всем спасибо за внимание и пока-пока.